Жетон Альдзет жмет. Слоник кнутов, блядь. Танки погнали. Звездочка Машулька. Я квадро. Жодостами. Жбат лича станет. По КД взаим волшебный поток. Гнев небес. Сбиваем косты. Да, все будет хорошо забываться. Так, погнали, паладины, ШП по контролю людей. Если не жалко, залейте маны. Вы слышали ее. Фрешблад, кружок, джубанга, квадрат и остальное. Погнали. В звезду, фрешблад, стан, машулька, кружок. Играем того. На вкус и выбор. Два моба. Тяну квадрат. Тяну квадрат. Советник идет. Лидич идет. После эфира моего. Так, тактика, говорю. Звездочку кто-нибудь застаньте, когда у меня. Так, кружочек, фрешблад, джубанга, квадрат. Пошли контролить. А, не, стоп. Бля, поздно, ладно. Не повезло. Давайте в звезду играем. Не видел, что моба не добили. Стан звезде. Машулька кружку стан. Поднимайте, сейчас Аркасия, сейчас боя не будет. Все играем в звезду. Бафы сразу локу. Шедоты садим на ману. Так, тотем на ману. Звезде инеры. Крышам. О. Я вижу. А, релоком вижу. Рыба. 20 секунд кушаем и пул. Драма на войда наполиваем. Белин, давай каску на войда, на блока. И приставов. Дайте крик. Инту еще. Все, погнали. Дебафайте уже во время боя. Дистанцию набрали все. Приоритет, считывание, магия.
маги, совы. Читую их. Раньше набрали вихрь. Кель. Точечно. Нет, не бейте в угол. Просто стоит 30 секунд. Ну, весело было на профи, мне кажется. Все еще впереди. Идемте к Талдораму. Талдораму. Дистанцию набрали, вихрь сейчас будет. Дистанцию набрали. Было больно. Поднимайте павших. Белин, спикнись, пожалуйста, танк. Помоги подтанчить трэш. Килы поднимайте. Бьем пока моба. Где-то в одном. Олег, это колечко на холле Пала идет? Нет. Срибра, сэрбит. Свали. На это тебе подойдет на ПВП холле Пала. А, и то, так. Это ДЦшное, понимаешь? Так, я контролю тактика. Прожгла звезде стан, играем звезду. На шулька кружок стан, потом кружок играем. Кольцо льда дали по трэшу, маги потом отошли. Звезду надо добить. Череп, кто-нибудь застаньте череп. Нет, небес обновите. А здесь кто?
скюрит, залезь секьюритейнер. Играйте в миников. Юля, ты тут еще? Дурка, если да, то заходи на мага. Ты мне? Не сам ты. Чек на боф. Белин тут? Да, я спекаюсь обратно. Давай, спекайся и раздавай каски. Там в чате написали. Кушайте рыбу. 20 секунд у вас есть. На лане 8 или 10? По-моему, 8. Стрела увешает. Бери 12 метров. Чуть на пол. Каску по лукам. Давайте, пуляйте. Играйте с пактом. Вообще не скилл ФДК. Да. Что поделать? Привык на своем X5 играть. Полно нормально играет. Security мизантроп. Где ты туда? Ты еще метку влево наносим. Орехи по медведю даст кто-то? Боксом влево. Боксом влево. Шаман. Покушайте, шаманы. Да. Дайте орехи на медведя, чё же. Так я кидаю на тебя. Ты чё? Есть? Конечно. Три стака. Тю-тю. Они пропадают. Нет. Когда один стак... Бойд потерял орехи без смс-регистрации. Не, я имею в виду. У меня есть бафов, а не пропадают. Прижми кош. Их. Дистанцию все набрали. Сакры не будет. На рейндж выходим. Жбанга. С СДПР поете гимн на ХП. Две мастера. Форт люди. Давайте рост. Здесь война началась, блядь. Какая война?
так и не узнаем, какая. Какая-то. Слайв, справа. Да какой-то долбоёб петарду себе хвощей купил, блядь. Какие-то динамитные шашки взъёбывают. Ну, весело там, наверное. Так, 13 секунд, чтобы убить Лану. До ДЦ с прежним на ХП. Представление. Но мы ведь так хорошо. Класс. И вещь. Кстати, справа токены не разролим. Да блин. Да, разролим. Туда ты все офаешься. Тут пишешь место магу, где ты еще будешь играть. Ему надо было отойти на минут 10. Вот он пришел. Спасибо, что зашел подамажить профу. Давайте поставьте шкаф. Хотя подожди, я сейчас чекну, вдруг эти маги отошли опять. Донатора нет. Значит, оставайся. Поставьте шкаф, пожалуйста. Сейчас на трэше разрулим все вещи. На этом, на трэше у Синдры. Александр, поднимай сумму, крути туда тоже. Танки вперед, бафы мага. Так, кто следующий на осколке? Баш. Звездочку играем. Если не дай бог сорить еще трэш, придется в кружок играть. Раз мобы поменяются. Сагры. Супер. Это классика. Играйте звезду все. Отходим от мобов, которые ауешат уроном. Ого, какой. Какая ротация. Играйте звезду, но далеко. Нихуя себе, блядь. Никак подойти нафиг. Кружок, РДД в кружок, играем, милики, вот этот трэш. У вас есть инстинкт самосохранения? Играйте звезду только. Сакры нету. Кто, у кого стоит аура на этот лед? С мастера ауру прожмите. Хоть что-то будет, какой-то деф. Подумайте ли зоню. Понял. Фух, мы справились. Моб справа еще надо добить. Мишка будет танчить. То есть трэш в ДК тянет звезду. Ну не всех, а звезду только. Ладно, я сам притяну.
все звезду играем. Блин, ты в ретрике. Так. Сейчас еще притяну кружок. Захильте с тела. На мне два моба висят. Джерин танчит что-то. Кружок в беде. Звезда. Добивайте остальной трэш. Спадет бой, у вас будет 10 секунд поднять людей. Вот стилы, машуленька. Портки туда, тут каждый моб юзает свои скиллы. Поднимайте быстрее, время есть. Давай, давай. Есть. Давай, машулька. Восстаньте, чемпионы серебряных. Полководца юзает вихрь. И полководца в рейде с вихрем — это вайп. Били моба что-то быстро. Прикончи всех хилов. Рабав. Да. Чего? Ну, кулаки попадали или каски? Ну, били на каски. Ты фишка. Не смотрите. Так, летаем, звездочки. Сист. Так, по ханту. Хилы есть. Похилить рейд. Мизантропу надо отойти 5 минут. ДТЦ один не справится. Спекайся. Этого достаточно. Нормально. Маните айсфриза. Каску поваром. Значит, два шамана со мной летаете в порталах. Чек. Джубанга, давай. Спекнулся уже, да? С нами тогда летаешь. Джерин готов. Все, готов. Кулак. Держи кулак. Погнали. Так и не дали кулак. Я сдал кулак. Все, дал кулак. Со спокойной душой домаш. Подавление слева сливаем. Чё, ДДЦ диспель, болезни. Болезни с рейда. Называется выброс внутренности. Слева нету танка. Там Войт и Джерри, он решили справа потанчить. Да? Фаер слева. Разгром. Так, будем в центре собираться и идти налево. Блин, что-то в этот раз слабоватый хилы. Там было 20 стрелям, а сейчас только 20. Давление бить будете?
Бля, порталы позанимали. Слева собираемся. Подавление слева. Бля, ну слева сливайте подавление. Я должен все это проговаривать. Давайте справа собираюсь. Еще один минимум портал. Слева будем собираться. Подавление слева. Давайте в другую сторону пошли. Давай рост. СДПР гимна ХП. Выделяй Вальку гимна ХП. Шиду ДС, давай тоже гимн. Мизантроп. Чек. Мизантроп, если тебя нету, я тебя кикну, чтобы ее запустить. Ну, и сам покинул рейдовую группу, заебись. Давайте пати мне. Сука. Не ГП, а РЛ залив с рейда самовольный. Хорошо, что у него мизантропа. Это был бы просто фиаско. На ком числу-то? На мне. Олег. Давай, отходи. Даня, зайдешь? Его выкинуло, наверное. Сейчас разролим вещи. Пушка. 10%. Пойду курить. Букин, охотник, воин, шаман. А без ГП ее вендору отдадут. 30 голдеков никак. Так, Баш забирает токен. Он два таких подал. Может, и самоклейки, скорее всего, тоже. Да, и самоклейки тоже. Так, токены есть. Сейчас разрулим остальное. Баш. Вот. А. Даня, тут? Шкаф, самоните, Аркас. Да, ну, я уже тут. Сейчас раздам пока токены. Теперь бисовый пояс на ретрика. Под ретрик рога. Вот ремпр. Машеленька писала, что ролик на хила.
Белин, слава что ролик на рэпе. Это на мейн. Мизантроп, ты в РК сейчас? Мизантроп. Я тебе дам пати, когда ивент закончится. Просто, а ладно, давай сейчас. Не заходи в ивент, в этот, в инс не заходи. Так, Белин, значит, выигрывает. Меня сейчас слышно? Да, не заходи только в инст, хорошо? Так, что там у нас еще было? 10% кольцо кому-то надо. Прости, туда ролил. Так, я ничего не упустил со шмота. Что там еще осталось породить? Мелочи, ткани, блин. Сейчас посмотрим. Кольцо кастерское, РДДшное. Паролу. Кому-то надо? Паролу. На мейн. Танка сапоги на мейн. На офф. Так, что еще там? Так, ну вот этот хлам никому не нужен. Да, мой. Ну вот, лучше мне два кристалла пропасти за каждую шмотку дашь. Ты ему не передашься, он позже пришел. Не был бы убийств. Ну, я забыл, да. Я не смогу тебе передать этот хлам. Жаль. Могу просто накинуть гюпа. А, вот еще. Холиприст надо. Кто холиприста собирает? Ну давай, трейд отдам. Ты не ДКП, успокойся. Еще отдаст. С ДПР. С ДПР надо. Ну ладно, давай, держи. ДПР. Сегодня акция, все шмотки уходят людям, а ГП форте. Почаще в форте приходи. Да, заходи, можно уже. Ивент закончился. Все, осталось два босса и все. Больше ничего не будет. Принтроль 10%. 77 ГП. Да нет, ты не сможешь взять. Пишите рыб. Сейчас я поем и раздам баф. Рыба возле звезды.
После целака ничего не будет? Да, ясно. И ВК может быть. 5 хилов пойдем. 5 пати хилы. Чек-то на бафы. Там не хватает. Креста хантам. Ну, крест раздает другой. А покажите свали от хил. Кулак есть. Чек на пул. Доксон. Все, да, запускаем. Ну что так нахилило? Не забудьте СССР раскинуть. Я уже забыл, какие нитки, честно. На друидов только. Белая гро, скорее всего. Тяжко. Так, смотрим. Пятерашка сейчас будет. Или сакру. Блин. Я сдам сагу. Дал сагу. Смотрим метки. Прятались, по центру падает. Глыба до 200 тысяч. Стоп, эти глыбы, за которые стоим, там уже 200. Алло, стоп, стоп, 150 уже. Господи, боже мой, оно сливается. 113 уже. Я случайно. Ну, все так случайно. Давайте, по центру падает, отбежали. Бабах. Нахуя вы ломаете, блин? Падаем. Дайте диван, пожалуйста. Вот, блядь, СС на КД теперь. По ком там диван? Секьюрити шман на лестнице стоял. Доксон с тебя рез. Кому ГП? Я бежала другой склеп подбить. Я никогда на глыбах не падала. Ну, может посмотреть дамаг по склепам и накидать ГП по этому. Да, тем, кто дамажил больше всех. Это, кстати, не всегда показатель вины человека, если у него много по склепам. Ну, на этом трай вообще тогда не буду бить ГП. Все норм. Буду давать ГП за то, что не бьют. Умному бить нельзя, да? То есть половину слить, потом 200 тысяч добить после последнего. Не так уж и трудно. Мы там, по-моему, больше дотки добивали и пэты. Как насчет того, что нельзя дотать глыбы? Так правильно, когда вы стопаете на 50 тысячах хп, там уже дожрут и доты, и петы. Вере нельзя дотать глыбы? В общем, будет хорошее настроение, убьем сейчас
двух боссов с нормальными травами сниму это ГП. Нет, так нет. Три ДК, не вешай, Тимур. Скорее всего, это из-за ДКшников мы вайпились. Раскидывали доты и... глупо сливались. Кушайте рыбу. Справа. Кулаки на всех есть. Чуть на пул. Чуренько. Ты готова? Запускаем. Тяжко. Притяжка, неправда. Не притяжка. Это пиздец. Ну вы либо ротацию, вы либо сальвы на форте кидайте, он же дурачок. Но он дурачок талант не может на один взять. Прогресс снижает. И который ДПС больше даст. Ваня тут? Я бы форте по лицу щелкнул в этот момент. Да, видимо, ГП не будет. Леща? Он главное, он главное не играет с нами, а убил всех, вот, блядь. Урод, ты понял? Ему похуй на это ГП, блядь. Да он там бесовый, просто жена половину испечка, шмота, да, переодел старого, и все. Да не, он не бесовый. Не из-за ФДК. Да кик из гильдии нахуй тогда. Мне просто интересно, фрешблот Сальму ему как нормальный пацан кидал или нет? Я не знаю, если был на пол от Роги от Ханта, то теоретически он никак не мог сорвать. Там истерия на нем была. Да даже с истерией. Рог 5.8, Хант 6.3. Да все равно. Не знаю, я пулял. Да ему сальву надо. Тогда там же косяк джерелнул. Секунду, а кто вызывал бомжей? Форти, наверное. Может, это баг какой-то, и он на себе так настакал агро за счет бомжа? Лизуня, ты кидал триксы на танка? Просто я еще удивился, типа первый раз вижу, чтобы на синдре бомжа убивали. А че бы нет? Но Рога не кидал просто триксы на танка. Так надо с пула кидать. Да, под бурс как раз нормально, можно там на пуле.
Вот, я сейчас... Простой пример того, что, почему нельзя брать в рейд таких людей, как Fortitude, Deadhorn. Они просто заходят подамажить там на пару боссов и лофаются. Я сейчас ужинаю и приду, я не знаю, может через 20 минут, как-то так. Ладно, давай 24 пойдем, чек на бафы. Кулак, дай по хантам. Ставьте шкаф. Ну, чмошники, короче. Ставьте шкаф. А, блядь, такие глупые вайпы. Чек нам. Ничего, зато талик выпадет. Каждому по 10 талик выпадет. Часы упадут. Память Малигаса, блядь. Понимаю, с умом тщеславие. Он в загрузке, что ли, читал лицо? Ну, сейчас забавляться вообще весело будет. Окажется где-то в себя. Хотя ДК, 300 баф и лап. Доксон тут. Заходи, Доксон. Спермач ты где ходит? Что-то онлайн даже нет. Доксон, пиздец, что. Он ни к чему. Будите, Ваня. Ни к чему, ты в РК. Рыба сзади. Кушайте. Только что зашел. Сзади слева. Значит, вылетел, наверное. Сейчас зайдет. После таких трав не хочется даже собирать рейды. Синдра не летит, если Димон, он стоит. Ничем не стоит где. Трай нормально был, просто дебил какой-то попался в рейд. Ух, я не заметил, что там Джиллен. Доксон, скажи что-то, ты в РК сидишь. Он вот, напиши в РК. Назад зашел. Ну, напиши что-то. Могу зайти что-то. Перезапустить. Какой 23 ебанек, хули? Кэш удали. Не зайдешь. Форти с мутантом уже ак ломает там, поди. Ребята, кэш чистите хотя бы раз в месяц, папки его. Нахуй надо, 3 года игра не чистить. Чё, 7 лет клиенту, ни разу кэш не чистил еще. Пиздец, бля, Вова скрет нахуй. Вы знаете, что он FPS понижает, ебаться как? 130 кадров в секунду, конечно, не знаю. Ничего не понижает это. Сюда. Запусти на босса. О, господи. Раскидайте СС опять. Джерри, он забыл. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Тяжко. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна!
Нет, вперед держим дистанцию 12 метров. Блять, это плохо. Два танка. Метки. Нет, это не протопал. А, блин, я забыл, иногда говоришь, не там. Он не в метке. Тевс. Я уже туплю. Побиваем правую глыбу. Там где 450к. Оббежали. Сзади бомба падает. Слева. Слева метку подбивайте. Буду кидать ГП, если будет мало дамаги в метке. Человек умрет. Так что это теорема из Кабара. Давайте метки. С ДПР гим на ХП. С ДПР гим на ХП. Посмотрю. Блин, если мы вайпнемся, посмотрю, кто мало бил по глыбам. И по кто в глыбах этих был. Придется кидать ГП. Дара не будет? Могу поднять это. Поднимай. Беги, малышка, беги! Умер. Не-не, не докастовал. Сейчас докастовал. Так хорошо, что ты сейчас докастовал. Давай быстрее. Может, ты встал, когда я... Я отбежал и хлопнул, повезло. Давайте 5 метки вперед. Да, теперь Джерин в метке. Без дота подбиваем глыбы до 250 тысяч. Ну вы опять подбили глыбу, там 150 тысяч. Блядь. Столько в этой глыбе. Сейчас будет фаза. Давайте рост. Притяга. Беги, малыш, беги! Все, ничего никто не хлопает, стоим в одной точке в РДД зоне. Тот ГП, кто умирает от хлопков, хлопает в рейде. Метки под босса? Да, милики отошли. Это прям раживается 300 ГП. Твою метку. Ники отошли. Тут-то... Кто-то лопает, что ли? Локсон, поднимай фрешблада. Лонгу под босса. Фрешблад, может, фридом кинешь Джерриону? Сейчас я кину. Не забываю. Отвлекаясь на хил. Под босса налеки отошли в РДД зону.
Мизантроп под босса, кожу прожми. Я завис. Да, вот, сейчас могли лича убивать уже. Бля, что-то заебало, ты пиратка с такими дисконами уже пиздец. Да давно вроде так не...